столичном кинотеатре «Манас» сегодня состоялась акция «Благотворительный мультфильм» для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Она приурочена к наступающему Международному дню защиты детей. Организовал акцию фонд «Защиты прав детей-сирот». По словам его руководителя, подобные мероприятия очень благотворно влияют на детей. Ведь сейчас существует множество проблем в социализации детей-сирот. Одной из их причин специалисты называют замкнутость детей, которые целыми днями находятся в стенах одного учреждения. Как правило, дети не имеют возможности посетить общеобразовательные, развлекательные мероприятия, посвященные детям, и после выпуска, уже во взрослой жизни, они все так же остаются довольно замкнутыми. Приближается День защиты детей международный, 1 июня, и мы решили перед этим праздником организовать для 550 детей, сирот из 10 детских домов со всей Чуйской области. И сегодня приехали, и каждый год наша организация, Общественный фонд прав защиты детей сирот, организует благотворительный показ мультфильма «Вывоз детей». Это дети ДЦП, синдром Даун, это разные люди с ограниченными возможностями, и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимают участие сегодня. Подобные мультпоказы, по словам организаторов, проводятся ежегодно, с 2018 года. И действительно, судя по эмоциям, сами дети были очень довольны просмотром мультфильма на большом экране в кинотеатре. Нормально? Понравилось. Очень. А то, когда еще вторая серия? Это первая, да, только? Наверное. Еще хочешь продолжение, да, смотреть? Интересно, мне 13 лет, я учусь в интернате, чуйская школа-интернат. Мне там нравится, там хорошо кормят. Настя отличный, понравилось, так классно, интересно. Мне вот 16 лет, учусь в интернате чуйский, обучаюсь там. Ну, там живу, учусь. А сколько лет уже там учишься? 5 лет. Увлекаюсь какой-то профессию выбрать. Не знаю, какой еще думаю. Так. А потом работать. Ну, отучусь какой-нибудь больше. После того, как дети посмотрели мультфильм, их ждал еще один вкусный сюрприз. Их отвезли в один из столичных ресторанов. Кроме обеда, детям была представлена и шоу-программа. Воспитатели детдомов говорят, что для каждого ребенка такие мероприятия словно праздник. Ведь все это возможно только благодаря либо неравнодушным людям, либо благодаря разным спонсорам и донорам. И в этот раз все, от сопровождения автобусов до праздничной программы, было организовано на пожертвования. Генеральным спонсором стала одна из авиакомпаний. Детки нам сказали, то, что они после ковида давно не выходили, никуда не выезжали. Мы очень рады, то, что мы являемся частью такого мероприятия. Мы хотели бы, чтобы многие подключались к таким мероприятиям. Мы хотим подарить макет наших самолетиков каждому детскому дому, чтобы дети, глядя на эти самолеты, может быть, кто-то захочет связать свою жизнь с авиацией, потому что у нас очень много то есть разных направлений. Клиника, день рождения! Ну-ка, смотри, какой классный торт у тебя! Перед шоу-программой выяснилось, что у двух детей сегодня день рождения. У одного из них юбилей, исполнилось 10 лет. Поздравил его шеф-повар ресторана, подарив ему большой торт. Елисей Кирпиченко, Аделит Чокоев, НТС.